Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Меня зовут Олеся. Сегодня мы с вами будем вязать варежки для снеговичка. Вы можете взять ту пряжу, из которой вы вяжете самого снеговика. Все будет зависеть от того, какую вы возьмете пряжу и какой возьмете размер крючка. Значит, это может быть акрил, полушерсть, шерсть, полухлопок, хлопок, любая плюшевая пряжа. Та, из которой вы вяжете самого снеговичка. Я буду вязать крючком номер 5 из пряжи Гималая Dolphin Baby, где у нас в 100 граммах 120 метров. Так, чтобы вам было хорошо видны столбики и как мы что вяжем. Для начала нам нужно связать маленький пальчик. Я набираю 2 воздушные петли. Вы смотрите сами, если умеете кольцо амигуруми, провязываете кольцо амигуруми или вот так, как буду вязать я. Значит, одна воздушная петелька, вторая. Теперь в первую петлю мы будем провязывать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Сам пальчик у нас состоит из 6 столбиков без накида и с 3 рядов. Значит, нам нужно еще 2 ряда провязать 6 столбиков без накида. Можете взять себе маркерочек и отмечать начало нового ряда. Значит, находим первый столбик. Провязываем 1, дальше 2, 3, 4, 5 и 6 столбик. Так, дальше вяжем 3 ряд. То же самое. 1, 2, 3, 4, 5 и последний, 6. Вот так. Закончили. Эту ниточку вытягиваем. Оставим небольшой кусочек ниточки, отрежем ее. Потом мы это все будем прятать в нашу варежку. Так. Значит, пальчик у нас готов. Оставляем его. Дальше будем вязать саму варежку. Набираем 2 воздушные петли. 1, 2. В первую петельку провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше мы будем вязать второй ряд. Во втором ряду мы будем вкалывать в один столбик по 2 столбика, так чтобы у нас получились прибавочки, чтобы во втором ряду было 12 столбиков по кругу. Отмечаем начало нового ряда. Находим первую петлю и провязываем. 1 столбик, 2. Дальше во вторую петлю 3, 4. В третью петлю 5, 6, в четвертую 7, 8, пятую петлю 9, 10 и в последнюю шестую 11, 12 столбиков получилось у нас во втором ряду. Дальше. Третий, четвертый и пятый ряд мы провязываем по кругу 12 столбиков без накида и без изменения. И встречаемся с вами в конце пятого ряда. Итак, мы с вами провязали 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас здесь по кругу 12 столбиков без накида. Значит, сейчас, вот здесь мы закончили, так, сейчас у нас идет начало нового ряда, вот здесь.
мы берем в шестом ряду, будем присоединять пальчик вот за эти две петли. Это как будто одна, но на самом деле их здесь две. Мы вот таким образом эту петлю оставляем на крючке, этих две захватываем, так, и сейчас мы это будем вкалывать, вот эти три петли остаются там, где у нас идет начало нового ряда, вот в эту петельку мы вкалываем и через это все захватываем вот так ниточку, и теперь через этих раз, два, три петельки мы вот продеваем, и у нас получается одна петля, один столбик. Дальше вот так пальчик себе поворачиваем, и мы знаем, что наш пальчик состоит из 6 столбиков. Значит, один мы уже провязали. Дальше вкалываем во второй сам пальчик, так. Теперь мы будем вкалывать вот в следующий столбик вместе вот так. Захватываем ниточку и провязываем. Дальше 2 столбика провязали. Находим третий столбик нашего пальчика. Теперь в следующую будем вкалывать точно так же. Захватываем и провязываем. Мы провязали с вами 3 столбика. Вот этих 1, 2, 3 столбика нашего пальчика мы будем провязывать в 7 ряду. Значит, 3 провязали. Дальше вяжем 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Так, вы можете начало ряда отмечать так, как вам нравится больше. Кончики мы так запрячиваем. Значит, это получается у нас начало ряда вот здесь. Но вы можете сейчас этих 1, 2, 3 столбика провязать самих, да? Вот это мы не захватываем, только вот пальчик. И начало ряда отмечать себе вот здесь уже. Это как вам нравится больше. Значит, 12 мы провязали. И у нас, как видите, здесь идет начало нового ряда. Но мы уже там вкалывали, то есть один столбик от пальчика, он уже провязан. Значит, мы будем вкалывать вот сюда, в пальчик. Так, захватываем сам пальчик. Раз, два, три. Это получается 3 столбика 7 ряда. 3. Дальше. Здесь мы не вкалываем, потому что там у нас уже идет соединение. Вкалываем вот сюда. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Будьте внимательны. Там, где вы уже присоединяли с этой стороны и с этой стороны, будьте внимательны, еще раз в те же столбики не вкалывайте, потому что получатся прибавки, и у вас, ну, будет больше столбиков. Должно быть так, чтобы и в шестом, и в седьмом ряду у вас получилось также 12 столбиков по кругу вместе с пальчиком. Так, провязали мы вот с вами 12 столбиков, и уже у нас на варежке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов провязано. Дальше мы с вами провязываем по кругу еще 1 восьмой ряд без изменения, 12 столбиков. По кругу без изменения. Так, вот у нас уже получается 2, 4, 6, 8 рядов. Теперь
В 9 ряду нам нужно будет присоединять другой цвет. Это как будто варежка, а дальше пойдет сама рука, ручка, так? Значит, в 9 ряду вы можете сразу делать и убавки. Если вам так более, ну, как бы сложновато, то вы 9 ряд просто провязываете уже белым цветом только за задние стеночки. Если вам так удобно, значит, и в 9 ряду вы можете сделать сразу же 2 убавки, где вам больше нравится, здесь, здесь, в общем, это не важно. Но так, чтобы у нас или в 9, или в 10 ряду получилось 10 столбиков без накида. Например, я буду присоединять сейчас белый цвет, значит, мы 12 провязали столбиков, так, я захватываю 9 ряд, 1 столбик, захватываю за заднюю стеночку, 2 петли захватили, так, присоединяю белый цвет вот таким образом, так, и желтый я оставляю вот так, перекидываю наперед сюда, потому что именно им мы будем делать обвязочку для варежки. Так, а теперь я буду провязывать все за задние стенки. Значит, эту ниточку вы можете также увязывать в столбики. Я вам показываю, чтобы вам было более лучше понятно и видно. Значит, эта ниточка у нас здесь. Дальше захватываем второй столбик за задние стенки, потому что за передние стенки мы будем делать обвязку. Провязываем. Это второй столбик. Первый был здесь. Дальше вяжем третий столбик, так, и можно здесь сделать и сразу убавку. Например, я захватываю заднюю петельку одну, дальше захватываю заднюю стеночку, так, вторую, эту белую ниточку продеваю через них и провязываю. Это у нас первая убавка. Дальше снова раз, 2, 3, так, вот наши передние стеночки остаются здесь, так, и снова делаю убавочку, захватываю одну заднюю стеночку, захватываю вторую, провязываю белой ниточкой, захватываю, так, и провязываю, и продолжаем за задние стеночки. Так, и вот здесь последняя. Дальше вы продолжаете вязать уже 10 столбиков без накида по кругу и без изменения. И это вы будете уже вывязывать саму ручку. Так, вы вяжете столько рядов, сколько вам нужно для самой руки. Здесь я остановлюсь. Дальше вы будете провязывать уже руку сами. И теперь вот эта ниточка желтого цвета, что у нас здесь остается, я вот таким образом поворачиваю варежку вниз и нахожу здесь передние стенки. Вот они, их хорошо здесь видно. Вот те стеночки, которые мы оставляли. Значит, я захватываю первую стеночку. Вот эту ниточку захватываю, провязываю один столбик. Именно обвязочку не стягивайте, делайте ее более такой свободной. Так, значит, один столбик, дальше захватываю второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. И вы знаете, что у нас по кругу идет это вот смещение, так, как будто на один ряд.
Когда вы провяжете вот этих 11 столбиков обвязочки, вы захватываете сразу вот таким образом, как будто за вот эту первую белую ниточку, провяжите ее так, как будто выравниваете, так, чтобы все было ровно по кругу. И еще раз вкалываете там, где вы делали первый столбик нашей обвязочки. И вот таким образом ниточку продеваем, вытягиваем кончик, так, отрежем. И вот эту ниточку я вставила в иголочку. И мы сейчас будем прятать кончик. Но для начала нам нужно именно в саму варежку добавить наполнителя. В саму руку не нужно добавлять. Именно в варежку мы вкладываем наполнитель, а там, где у нас будет продолжаться рука, она должна быть пустая, чтобы потом ручки хорошо прилегали к нашему телу для снеговичка. Так, и вот этот кусочек я вставила, так. И здесь мы стараемся таким образом, как будто выровнять вот эту нашу обвязочку. Так, я, например, проколола вот таким образом. Ничего не стягивайте. И дальше уже здесь абсолютно не будет видно. То есть мы проходимся, прячем ее под эту обвязочку. Так. Уже смотрите сами, где вам более удобно. Но так, чтобы хорошо запрятать кончик. Так. И то, что у нас остается, не отрезаем, а прячем в серединку. Вот. Чтобы не было видно. И так у нас получается вот такая красивая варежка с обвязочкой. Такие варежки можно вязать сколько угодно, так. И они могут быть не только для самого снеговичка, а также могут быть просто как брелочек или как украшение для новогодней елочки. Если вам понравилось это видео, то поставьте нам, пожалуйста, лайк. А на сегодня все. Всем большое спасибо.